Мир вам, шановні гості. Від імені мусульман України ми вітаємо вас і раді бачити на відкритті другого фестивалю «Іст-Фест». Я пришел представить нашу культуру крымско-татарскую, работы наших мастеров, керамистов, вышивальщиц, ну и другие работы интересные. Потому что, в общем-то, крымско-татарская культура в Украине мало известна, а в мире еще менее известна. Я также здесь нахожусь, и также пишу и крымские тематики здесь, на Ходецке. Но, конечно, душа болит, хочется родину.